А мы продолжаем нашу рубрику «Продукт дня». В ней мы говорим о продуктах, которые рекомендуют эксперты Роспотребнадзора «Здоровое питание». И сегодня будем говорить о настоящем российском суперфуде – шиповнике. Сушеные ягоды шиповника содержат в себе в 3 раза больше железа, чем говяжья печень. Для повышения гемоглобина пейте по 1 стакану отвара в день на протяжении 2 месяцев. Перед завариванием прокалите или слегка помните шиповник. Так вы получите максимальную пользу. Чтобы сохранить не только железо, но и витамин С, важно помнить о правильной термической обработке этого плода. Заваривайте шиповник в термосе со стеклянной колбой, чуть остывшим кипятком. Температура воды не должна превышать 80 градусов. Дайте настояться этому отвару как минимум 6 часов. После этого в напиток можно добавить мяту, корицу, корень имбиря, ну и, конечно, мед. Вот такой насыщенный красно-оранжевый оттенок шиповнику придает ликопин и бета-каротин. Эти вещества уменьшают усталость и раздраженные глаза. Но, выбирая плод в магазине или на рынке, внимательно осмотрите ягоды. Маленькие, сморщенные ягоды – вот это как раз то, что вам нужно. Это высушенный шиповник. Если же перед вами крупный, гладкий плод, отказывайтесь от покупки. Полезные вещества в таком продукте давно разрушены, так как его высушили в духовке. Сортов шиповника очень много, но мне особенно нравится даурский. Его еще называют морским, так как он растет на побережьях. Хранить шиповник необходимо в стеклянной банке без крышки, а хранить его нужно в шкафу. Сверху обычно накрывают марлей. И попробуйте, обязательно попробуйте заменить привычный чай на отвар шиповника. Этот напиток незаменим промозглой осенью и холодной зимой.